Здравствуйте, друзья! Сегодня мы начинаем серию видео о том, сколько можно купить того или иного продукта на минимальную зарплату в Турции и в России. Итак, мы поискали информацию в интернете, и вот какие цифры мы нашли. В Турции минимальная зарплата составляет 4253 турецкие лиры. В переводе на рубли по курсу 6 рублей 1 лира – это выйдет примерно 25 500 рублей. В России же минимальная зарплата указана в цифрах 13 890 рублей. В Турции в среднем 1 литр бензина стоит 19 лир 24 куруша. В переводе на рубли это выходит 115 рублей за литр. Итак, на минимальную зарплату в Турции можно купить 221 литр бензина. В России в среднем 1 литр бензина стоит 51 рубль, что значит, на минимальную зарплату можно купить 272 литра бензина, что на 51 литр больше, чем в Турции. Вот такое небольшое сравнение у нас получилось. Все цифры были озвучены, вы можете сделать выводы сами. А в следующих наших видео мы сравним другой продукт и сколько его можно купить на минимальную зарплату Турции и России. Вы можете предложить продукт в комментариях. Мы прочтем и учтем ваши пожелания. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Также не забывайте про колокольчик. А на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья!